берут, но, честно говоря, вот... Да никак они не берут, это... Это как бы, они еще раз открывают велосипед. Да, 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 да. Они не от того, что они что-то там где-то в айкидо подсмотрели там. Просто смысл в том, что биомеханика, она одна. Да, другой нет. Сюда не больно, а сюда больно. Правильно? И как бы ты не говоришь, айкидо это, джиу-джитсу, дзюдо, там все что угодно. Сюда больно, сюда нет. Делать? Поэтому, если сюда кувыркается, падает, опрокидывает, значит оно имеет место быть. Правильно? Нет, как говорил Евгений Михайлович Чумаков. Да. Если где-то опрокидывание не произошло, значит прием уже имеет право на жир. Вы говорите, он неправильный. Ну, он уже существует, чего вы, ребята, оставьте их в покое. Поэтому много чего, оно как бы само по себе существует. И люди просто еще раз открывают сам велосипед, и все. Видишь, она это сдается. А звук, что придумал? Нет, не придумал, она просто напрашивается, напрашивается. Костяшки работали вот. А ну, все, то же самое. Это больше как бы разминка просто сам. Ну, вот, кто-то взял и сделал. Он мог не знать ничего этого. Ну, просто у него напрашивается. Да, и оно у него удобное. Пробило, да, ему удобно там. Поэтому оно же никуда не денется. А, тут запись идет. А, мы немножко, да, записываю. Ой. Вы для чего это записываете? Чтобы выложить в YouTube? Нет. Нет, это я для себя. Потому что я для себя оставлю. Я видел такие ролики. Ты, говорит, не снимай. Я, говорит, сотру утром. Нет, я хочу себе. Не снимай, я, говорит, утром сотру. А Рома вообще молодец. Делает дзюно ката вправо и влево. И вправо, и влево, хотя обычно, как правило, в одну сторону сидел, но при этом абсолютно по-своему все трактует. То есть не так, как это ну там, в Кадакане это преподается. Ну не важно, я просто говорю, что так интересно, любопытно смотреть. Я говорю, с другой стороны, человеку интересно, он берет, выкладывает, какие я проблемы, ребят, там, смотрите, это как... нравится, не нравится. Влад мне говорит. Как Влад говорит? Нет. Бросай. Ну подожди, отпусти. Ну что ты, блин? Влад говорит, держи мне руки вот так. Он говорит, держи мне руки, я держу Владу руки. Он говорит, ну я так взял. Он говорит, не, держи так. Он говорит, как? Держи. Ну мягко держи. Он говорит, ну как будто у меня вилки здесь, вот я вот туда. Я говорю, Влад, ну ты какой-то, блядь, зверь. Я мясо не ем 5 лет. Я уже, блин, а почему, растительное животное. У них очень много. А почему он на поясе держит? Захватывает, вот у тебя человек, который захватит. Нет смысла. Сейчас нет смысла. А смысл в том, что когда человек, который тебя захватит две руки, он... не дает тебе взять ни большой меч, там, ни малый. Да, да, это что в этом. Кинжал, чтобы ты ничего не достал, у тебя здесь все закреплено, ты увидел, на тебя нападение, ты сейчас раз меч там, а да? Что такое, ты меня а у тебя сразу хоп, две руки, ты, ну, ты взять ничего не можешь. Ну, ты же все, да, это исторически. А о чем вот я говорю? Вот он сидит и говорит, что-то там тебе, ну, условно говоря, какой-то конфликт. И чтобы ты оружие не взял, ты сразу раз руки разрываешь. Что делать? Ты должен освободиться, потом спокойно достать и... Ну, все. Откуда все ветер дует? Поэтому говорю... Потом я уже на семинарах судейских, когда там хороший специалист, все это судьям, такой итальянский японец, рассказал, почему в дзю вот так, а не так надо делать, я стал понимать, стало интересно. Там как-то вообще-то интересное. Там зашифрованы ведь приемы. Да, зашифрованы. Да, рукой, да, потому что все очень банально. Японцам нельзя было иметь вооруженные силы и нельзя было заниматься единоборствами. А это можно без кимоно, на лужайке, техники все. Но там все там закручено, все по прикладное. Ну и заодно себя и гибкости, так что достаточно кровать стойки вот эти делают, там мышцы так напрягаются, растягиваются, что достаточно хорошая подготовка. Ну так вот. А все похоже на борьбу. Но это говорю, это исторически так было, что им нельзя было этим официально этим заниматься. Поэтому была придумана вот эта форма. А так что, как бы, актуальность это сейчас уже отпала, но она существует, интересная. Ну а методика. И можно тоже заниматься, бросков нет, дискомфорта нет от падений. Хорошая форма для обучения и прикладным приемом там. А вот смотрите, о чем я подумал. Вот мы с Владом сидели, мы вот это вот держание здесь. Я немножко как бы стал смотреть тоже, опять вернулся в анатомию. У нас что здесь вот здесь все? Есть всякие там лимфатические узлы. Здесь, здесь. Ну здесь нет узлов. Есть, везде, в сочленениях, в местах сочленения. Какие-то уж очень небольшие, наверное. Ну небольшие. И вот что получается. Я держу. Моя задача что делать? Делать массирование. Вокруг лимфатических узлов. Надо... Не сами лимфатические, а я вот здесь массирую. Ага. Здесь. То есть и я беру его... за это деньги. Нет. Или что? Потом вот сюда. Сейчас до оргазма доведешь. Вот да. Сюда. Что, слушай, интересное ведь занятие, ничего не бросал, не падал. Да. Все потом получил. Сюда. Ага, я делаю. Здесь опять все упражнения, опять массажные. Да? Выжимание, все... поглаживание. Так же все не тренируются, Ром. Да. Нет, ну ты, ну, что? Допустим, ну, так ты природный. Ты говоришь, жестко делай так, жестко. Кто говорит? Ты говоришь. Жестко, что жестко? Блядь, ты делаешь жестко, извини. Да это не важно, как он жестко не делает. Делать.
Надо вывести из равновесия все равно, чтобы он потерял равновесие. Тогда можно делать все, что хочешь. А где у нас таблички? 3 балла, там 5. Не, если из равновесия не вывести, ты здорового человека не освободишься. Ну просто нормального здорового. Вот, кстати, про равновесие. Раз его чуть-чуть, что оп, он потерял, он уже ищет опору. Видео видели? А, размещали в традиционном дзюдо. Я не очень много смотрю. Там вообще как-то... Ты катанишь имеешь? Я смотрю только мои видео. Да я вижу и твои тоже всякие там. Пью там выкладываю постоянно. А посиделки как со стороны смотрятся? Не видел, я не видел. Нет? Смотрите, какой злой человек. И вообще прям. Злой. Все, победил, да? Вставай, вставай стойку. Борис, категорию мы с падением. Давай. Да. Здесь бросков. Ну давай, давай. Попей меня по голове. Да. Давай. Оп. Ром, ты бьешь вот этим местом. У нас получается маленькая. Бей сверху. Нет, все будет. Шагом. Ты свой ноги, да, будешь делать. Да. У нас была в этом самом, как бы. А вот сейчас он убил. Быстрый какой. Не, быстрый. Короче, Сойнаги объясняется так хорошо. Вот она классика. То есть, давай. Разворачивается. И вот таким образом. Ну, очень низко тогда. Да, но. И там прям явно видно, как он вариант. Начинает наклоняться. Мы так и делали. Как вот. Мясо под обедом. Сейчас мягкие. Да, очень эффективно очень делать низкие штуки. А нам, для вот таких длинных товарищей это вообще никак. Ну, рычаги такие выбрали. Да бей, коленки оставляют. Я бью. Это, да, бей. В принципе, это да. Ты... Делать-то можно, но просто... Даже ничем можно. Здесь все нормально, да. Так, да. Можешь тебе отлично? Просто такая структура. Структура другая. Ты приходишь, сначала не надо все блокировать. А ты должен упереться на руку, а потом нога выходит. Я понял, смотри. Нога выходит, подожди, стой. Не знаси ее сзади. А дышишь так тяжело, да? Ну, старый вышел. Да. Нога выходит под что-то. Сейчас я его шатаю. Давай, да. Он говорит, к делу перейдет когда-нибудь или нет? Да, блядь, вам объясняйте. Рома бьет, Роман Михаил, локтем. Он выходит, у него все на... Какая разница, как я бью? Где? Вот это уже дело. Первый. Блин, вот видишь, чувствуется уже. Потому что получается, он бьет, извини, ну, да, он бьет ногу сначала ставит, и сначала бьет локтем. И типа он мне бьет сначала же. Сначала что, бьет. Идем? Пойдем, пойдем. Да? Это, все удары, которые вот я и в том числе и в кота там, который показывает, давай. Они все от оружия, все от оружия. Во, спасибо. И поэтому, когда, что, зачем он так бьет? Так вот во. Мне когда некоторые начинают спорить, знаешь, вот, есть люди, которые говорят, сидел. Да ну, айкидо, там фигня какая-то, они что-то крутятся, бедутся, я говорю, большинство приемов, почти все, скажем так, как бы ученик Кана немножко там, да, вот, он неплохо и дзюдо знает, но знал, но при этом стоп, Ром, опять он во создал свое направление, да, как бы, сверху. Но там ведь ничего особо нового нет, это старые добрые приемы, джиу-джитсу, оружие, там, да? Да, у нас получается. Такой интересной динамики, вот это круговой, косые шаги, круговые шаги. Создал новую, как бы, ну, скажем, другие тай собаки, там, другая концепция. Вот, она не противоречит предыдущим, но и развивает. Но. И этим касаешься первым, да. И когда джиу-джитсу, вот он там держит, он не держит, там что-то за ним бегает, я говорю, дай ему в руки меч, и по-другому ты не сделаешь. Потому что если ты его отпустишь, он говорит, я там отпущу, да, голову туда. Отпустишь, он тебя сразу зарежет. Поэтому ты будешь держать столько, сколько нужно, а он будет там, скажем там, тоже держаться за тебя. Пока он не держит твою руку, он еще жив. Отпустит, он, ты его убьешь. Естественно, и вот я только говорю, дайте в руки оружие, и сразу вы увидите, как все будет, оно будет работать. А если так, ну без оружия смотрится, конечно, иногда ну, как-то нереально. Я говорю, о, да, мы не знали. Ну так прежде чем что-то говорить, изучите чуть-чуть вопрос. Все от оружия. Смотри. Поэтому и в дзюдо-то я говорю, то, что ката делал, да, кимоно ката, это чистая две. Школа китарю джиу-джитсу, Кана там занимался, и он привнес это в катакан, просто как дань традиции. Вот, да. Кимэ это старая форма, она не очень интересная, ну скажем, она такая, нет, меч, кинжал, там все, да. Ну она такая медленная, традиционная, ну скажем так, уже потерявшая актуальность, особенно Идори вообще потеряла актуальность давно уже, никто не сидит на коленях, даже японцы уже. Но есть традиция, пусть она будет. А вот это вот другая форма, когда кадзю шинджитсу, да, вот это, или гасин дзюцу его называют, как угодно. Вот. Она была самая последняя, она где-то в каких-то 50-х-60-х годах была создана. Ее полиция там практикует, отчеты сдают. Она ее тогда называют Ньюки Манукато.
Ну, потому что она чуть-чуть по-другому переделана, там да, убрали, там, грубо говоря, меч и кинжал, но там есть нож, палка и пистолет. Прибавили, добавили. Проходит мимо. Многие приемы там похожи и все прочее. Но оно куда деваться? Туда не больно. Освобождаешь минимум. Все одно и то же. Вообще просто, он тебя режет. Ну, в общем, подинамичнее, поинтереснее и меньше вот этих вот, скажем, таких прям... Он не должен менять дистанцию, если ничего. Начинаешь уходить вот в такое состояние. То есть, просто все такое. Если раньше, он просто меняет тебе сторону. Более современное, да. Очень интересно. Вот. Как, вот, с точки зрения изучения прикладных приемов, бушинжутсу интереснее, чем кимэ, однозначно. А кимэ это традиционная дань традиции. Но выкидывать не надо, людям нравится, занимаются интересно. Голову строят, и уже хорошо. Как в том деле, меч держит? Ты левша? Нет. А нет? А если ты разве не так надо держать, скажем, здесь да, ты вот так, да? Ну. А у тебя вот так держишь. Правильно. А должно быть вот так, правильно? Нет? Вот так должно быть? Все-таки я здесь должен. Рабочая рука сверху. Здесь гарда. Да. А. Все, окей, я сверху. Рабочий сверху. Да. Я уточню просто. Или я в сайте уже, да, что я делаю. Угу. Все верно. Ну, все-таки как-то далеко, мне кажется, там. Где? Где далеко? А тебе гарду надо поодеть, тогда будешь видеть. Нет, здесь одна кисть, влезай там больше. Сколько расстояния? Не, ну. Мне кажется, ты поздно. Где это сделать? Роман. Нормально, да? Сейчас. Сейчас. Ну, оставь меч, да, оставь просто. Да, схвати его. Кого? Ну, я имею в виду хват. И мы, допустим, вот. Ну, русский, да, машет. И приехал к японцу. Смотрите, как я палкой машу. У них истерика получается, потому что он руки не дожал, мизинчик не спустил. Почему? Потому что как бы упираться. Видишь, что здесь вообще... С этой палкой это не понять. Это надо настоящий меч взять. Ну, он там лежит. Изучить. Нет, я просто... дать тебе позаниматься, порубить что-то, по-другому, да. Тебе сразу научат, как правильно делать, и, чтобы был эффективный удар. А с палкой ты не поймешь, пока не ударишь никого. Ну, не рубанешь хоть мечом. Да, поэтому вот сейчас вы рассказываете про нюансы, там это мизинчик, все. Я этого не пойму, пока я меч настоящий не возьму и не скажу, давай, на, я разрубил этот там рулон бумаги там. И у меня не получится сказать, а вот тогда возьми вот так и вот так, и да, будет эффективно. А на палке оно все равно будет как палка, есть палка. Это как да. Ты бьешь мечом, а я стою. Вот. Бьем? Ну, один там другой докопался. Кончики ну давай, давай, типа поединок. Да, 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 да. Мы мастер. Ну, давай, деревянные взяли, там вот такая. Ну и чё? Да, дальше. Он говорит. Если бы это был настоящий меч, я бы тебя убил. Возьми настоящий, убей. Да, давай. Так произошло. Взяли, я его грохнул. Ну это где? Сесть самурай. А я что-то не помню уже это все. Там был, Ну, просто потому что, да, на палках одно, а на мечах другое. Поэтому я за массаж. За массаж. Ты вообще философ. За массаж. Массажист. Мне кажется, Рома уже начинает даже придумывать больше, чем оно есть в жизни. Конечно. Надо накручивать свое. Усложнять. Свое понимание. Нет, вот там он ищет что-то другое. Мы сидим вот это. Я бы не подумал о лимфатических узлах. Он говорит, вот я взял, а потом начинает массировать. Что-то так вот накручивает. Да это все проработано, вы их ты даже. Да вот. Ну ладно. Они же работают. Там лишнего-то не накручивают. Мы же были, помнишь? Ничего нет. Воронеже же были, где в Ямской. И так, ну все, преподает один такой, говорит. Чего вы тут нам втираете? Уже придумано, айкидо да. есть. Да-да, мы айкидошник с собой тоже взяли. Мы тоже взяли, они здесь. Мы его с собой взяли, он там нам расскажет. Нет, я скажу, что на самом деле, вот, ну, на мой взгляд, на сегодняшний день, вот то, что в дзюдо, допустим, сейчас есть и соревнования по ката, и то, что там они в Кадакане это вот преподают, делают, я был на семинаре там, да, накручено уже много лишнего. Нет, оно просто вот, возьми бросковую форму, да, вы, кстати, вы, судя по вроде, касались этого, да, Нагино там. Вот как сегодня это трактуется, так прям все формализовано, все просто. Да, там есть основы техники, заложены все программы, все правильно. Возьми хроники, где Кана делает, где его там этот такой был, этот Ямашита старый, который в Америку, которого он отправил, Рузвельта, который еще учил. Как они делают нагинокат? На корабле, на американском корабле, там, на это, для президента и для американских моряков. Вообще так простенько, тук-тук-тук-тук и все. То есть, подошел, взял, бросил. То есть, нет такого прям, что так вот. Вот это все было чуть позже наслоено уже всеми. А вот жизненно делали вообще прям примитивный просто, как называется. Так, Орлов, я к снаряду вышел, хоп, есть, бросил, все, молодец, пятерка. То есть. Вот на таком уровне, понимаешь? Смотришь старые хроники, ничего лишнего вообще, все живое. А потом уже это такой вот антураж.
антураж появился, вот этого всего там, да. Выцепные уходы, там лишние. Вот, а про, это маркетинговые про, ходы. Про узлы вообще лифотечки там еще никто не знает. Я сидел и решил перелистываю книжечку там массажи Бирюкова и так далее. Стал смотреть. Царство небесное умер недавно, Анатолий Андреевич. И посмотрел основные, ну, как бы, способ применения, да, там, что там, выжимая, поглаживание и так далее, все вот эти пункты, посмотрел, что идет в порядке. И стал, выписал на листочек, буквально несколько дней назад, в голове крутится это всякое. И я стал смотреть, что из этого всего есть в упражнениях, ну, допустим, боевых искусств, да, в частности, вот, дзюдо, дзюдзюс, там, айкидо и так далее. И стал посмотреть, так, движение, массажи есть? Есть. Есть дзюдо? Есть движение. Дальше, что у нас есть? Выжимание там есть? Ну, есть, есть. Ударные есть? Есть. Но если с точки зрения опять. Тогда это. Чем секс не тот же массаж? Да. Там тоже все есть. Физкультура. Физическая культура. Если долго не позанимаешь, пресс потом так базе подъехать. Физкультура серьезная. Если мы берем, я даже вот мы последний раз... Гормонально очень высоко. Берем табличку. Я сделал такую табличку. Функциональная направленность боевых искусств. То есть можно сделать боевое искусство функционально, может быть, как спортивно-соревновательное, военно-прикладное. В камеру говори. Ну, я... Камеру не надо. Чтобы Олег не знал, ты не говори, не говори. А потом, дальше, вот как вы говорите, театрально-постановочное. Да. Есть? Есть. Ну, но, визуально, да. Да, визуально. Есть же вот эти шоу. Шоу. Театрально-постановочное. Это же показатель. Но да, мы, я немножко дальше, почему вот это, типа, боевое искусство. Он гигиеническое. Я говорю, а гигиеническое где? Да. А да. Почему нету гигиенической? То есть функция спорта гигиенической. Помылся, пошел, все. Нет, нет. Он а я немножко дальше. Именно с точки зрения вообще широкого применения. Слушай, у нас было учебники, там мы читали это. Да, но мы-то, смотрите, несколько лет назад я об этом стал думать, когда и взял, у меня есть книжка, называется... Я просто забыл, ну, как свою переоткрыл. Да. Нет, я не открыл. Я позвонил в этот... Институт гигиены детей и подростков. У меня книжка есть такая толстая. Там доктор наук этого гигиены Чумак фамилия. Он возглавляет этот институт. Я взял ему и написал. Почитал эту книжку, обалдел от нее. Что, ну, гигиену-то мы изучали в институте. Все, да. Но мы изучали как ее? Поверхностно. Ой, Ром, это... По большому счету. У нас там было так, относительно, да, рационное питание, там, потом большая часть спортсооружения, температура, там. Да, но это же не значит, что ты должен все преподавать. Ты должен сам проект, а Рома думает, что... Не путай дикциолив, это все-таки рабфак, там, не надо медицинский институт. Там, да, да, то есть ты это человек основа, да. Поэтому для меня, опять, каждый возраст... Методы не могут выучить, я должен... Да. Я забыл вопрос. Давай еще, кстати, раньше... Некогда. В институте физкультуры, в старые добрые времена, изучали анатомию на латыни, потом от нее отказались, потому что медики не могут латынь выучить. Чего этих физкультурников мучить? Да. Они и так-то, вот ты говоришь, вот это как быстро называется, он и по-русски назвать не может. Да, латынь еще. Как это самое? Поэтому все упростили это. Капуста. И правильно сделали? Достает, это стоит лоток с женскими половыми органами. Она его спрашивает, ну показывай. Да вот что показывай. Капуста такой, берет две ручки, помните? Это обычное дело. Ручки взял, вот эти, которые пишут так. Залезает в лоток, и тогда лежат эти малые половые трубы и что-то еще. Он так поднимает это, вот так... А чё куда? Вот так вот смотрит по сторонам, а мы сидели на зачете, что ли? И молчание такое. И такая, она говорит, ну, говори. Он такой, тебе один вопрос на три. Внематочная беременность нормально? А он такой, да, все, иди, два. Садись, два. Я, кстати, расскажу историю. У нас преподавал Петр Кузьмич Левчин, но, я не знаю, вы, наверное, уже не застали его. Он, может, еще жив был в это время. Он такой дядька очень, очень хороший был на анатомии, он еще художником преподавал. Это тоже большое искусство. Художникам надо тоже понимать, как человеческое тело выглядит. Потому что когда он рисует кого-то, да, надо же понимать, где у него косточки торчат, где что, какие мышцы. А бывает, это он рисует тебе вот такое вот, это, непонятно чего. Поэтому пропорции. Художники должны вот пропорции эти все видеть. Он, кстати, все время преподавал еще вечером факультатив для художников. Приходишь, у него там на доске цветными мелками вот это все, знаешь, вот так, мышца, все, как вот. То есть он фактически то, что рисует художник, только сделано в этом. Без вот, кожи. Да, без кожи. Но мелками цветными. Я говорю, слушай, он вообще художник. Вот Петр Кузьмич был прикольный мужик.
Самбистов мучила тетка какая-то, она их там заставляла писать, они вот такие талмуды писали, а нам ничего, вот так никого не заставлял. Но правда, раза два в семестр, как дрючат всем по 10 двоек понаставят, и ходишь отрабатываешь кто-то по вечерам. Ну, то есть мы сначала это не знали. И он все время приходит, что-нибудь там озадачит, причем так, так, что там это, так, давайте учите там эти связки, значит, верхние конечности. Ну, какие связки, мы же мышцы, мы же кости учили дома-то. Какие кости? Кости давно были. Давайте связки учите. Ну, ладно, сейчас, давай, 5 минут, я ушел, повторяйте быстро. Ну, мы быстро начинаем читать это. То есть он заставляет нас читать. Ушел, приходит. Так, ну теперь мышцы, значит, верхней конечности, пойдет отвечать там. Какие мышцы? Мышцы связки. Он, ну, да это был когда? Все, мышцы, давай, иди там, Дмитрий, выходи. Он, Он, ну ладно, давай, так, 10 минут, повторите, я сейчас приду. Мы эти мышцы уже читаем. Он приходит, так, кости. Пойдет отвечать вот этот. Кого-то уже мышцы. Да мышцы будут только через когда еще. Давай. И вот так нас. Он просто первый час вот так вот идет. Кувырком мы ржем. Потом. Ну мы все прочитали. На всякий случай. А потом приходит на второй час. Ну, чего? Мы такие, ну. Он, ну ладно, так. Давайте еще повторите. И к препаратам. К этим вот. Под носом, да, на стол. К препаратам. Слово препаратом означает конец занятия. Потому что он уходит к себе там в рентген. Там квакнуть 100 грамм. А мы стоим у препаратов просто вот. Прикалы, взять дот, рассказывать. Но он приходит в конце, говорит, все, изучили, все свободно. То есть мы сейчас стоим около препаратов, просто ковыряемся. Ну, когда там руки, ноги, понятно, а когда вот эта мочеполовая система пошла, ну, там это члены, значит, там женские все дела. И вот так ушел, потом приходит там где-то в середине второго часа, потому что, видимо, решил нас застать. Ну, а что мы, два пинцета, значит, пихаем. Чего куда? И вот запихнули, а вытащить не можем. И вот так заходит, мы раз эти пинцеты встали, вот так стоим. И вот так заходит. Так, так, так. Ну что, другого я не ожидал. Действия правильные. Направление... Нет, неправильно. Нет. Ну вот надо было как-то это... Там, что-то не получается извлечь. Вот тут придется поработать. Здесь вот за это вам пока нет, не зачет. Надо же понимать, как тут запихнули, а вы чуть извините. Поржали, он все это сделал. Ну ладно, все, свободно. В следующий раз спрошу вот это все. Почитайте, как все правильно делать. Поняли? Все. Прикольный мужик был. Во! Учиться было просто потрясающе. Мне нравилось. Если к препаратам такие, о, ес. Все, можно. Но можешь зайти вот так неожиданно, говорит, ну, нет, ну, другого не ожидал. Мысль идет правильно. Прикольный мужик. А Сангистра там бодрючила, они вот исписали вот такую тетрадку. Но, неизвестно, у них она, как кто исписал, получил автомат, а Петр Кузьмич нас как дрюкнул пару раз, понаставил двоек, и мы ходили, отрабатывали после тренировок еще вечером там. А он-то сидит до 8, до 9. Приходите, я вас. И ты идешь после тренировки, после 8 уже туда. Приходишь, он там один сидит на кафедре. Неси ногу. Какую ногу? Вон, иди ногу, неси сдавать. У меня нога была не сдана. Иди, неси ногу. Идешь в ванну в эту, достаешь эту ногу. Она тяжелая. Надо же было одеть перчатки, клеенку взять. Ну тут берешь так, залез, взял эту ногу. Какую-то клеенку на плечо, бах, к нему прибегаешь, он, ты что делаешь? Чуть у него перчатки одеть, клеенку завернуть, принести. Вдруг торопился. Давай, ладно. Стерет, ткнул, поспрашивал. Ну, за смелость. Молодец, иди. Сам залез, сам достал. Ты что, совсем, ты что, надел перчатки до локтей? Специально же лежат там. Я, ё-моё, что же я не видел-то? Ну прикольный. Ну ты смотри, взял, зашел, достал. Молодец. Так, смело. Ну что, парень? Пойдем. Да, давайте одну фотографию сделаем. Давайте. Это идентификация, да. Мы начинаем. Добрый день, все, кто смотрит видеоканал Планета Дзюдо. И сегодня мы собрались в скромном месте Влада, в нашей баньке, как обычно, по субботам. И по случаю 30-летия. 30 лет заливка. Поступление ты добавь. Сейчас добавлю. Я просто плавлю, чтобы дошло до людей. 30 лет, как мы поступили в Цаливк. И сегодня присутствует здесь наш главный мотиватор. Роман Михайлович Дмитриев, который мотивировал нас учиться. Но мы, конечно, не хотели учиться. Ну ладно, все хотели. Это был, исторически уже сложилось так, что мы были первым набором Романа Михайловича Дмитриева, вот, а здесь присутствует, значит, ну, Влада вы все знаете, Влад, помаши ручкой, да? Меня тоже кто-то знает, да, Влад не учился, но он уже от нас научился всем. Алексей Орлов и Олег Долгих, вот.
Шапку не снимай, ты же. Да, шапку сними. Роман Михайлович, да. Ну давайте, вам слово. Действительно, ты прав, вы были и остаетесь первым набором моим. Вот, в моей преподавательской карьере я начал работать с 90-го года, а в 91-й год набрал, сначала подчищал за другим преподавателем 90-й год, а вот потом набрал свой первый набор. С одной стороны, вот как бы это очень интересно, чтобы через 30 лет тут сейчас здесь собрались. С другой стороны, это напоминает о возрасте, что вот, знаешь, 30 лет назад я был на 30 лет моложе, а сейчас мы собираемся все на 30 лет старше. Это немножко такая грустная нотка. Но в целом то, что мы здесь встретились, это вообще очень хорошо. Жаль, конечно, мы не можем собрать сегодня всех, кто учился, потому что группа была большая. Сначала набор был 16, набрали 20, и потом еще перевелись 5 человек, у нас было 25. Сейчас у нас всего на специализации сегодня на 4 курсах учатся 28 человек. А тогда у нас одна группа была 25. Вот это было время. Сейчас, к сожалению, из-за того, что у нас уже не институт и не академия, а уже университет, а в него входят бывшие факультеты, которые называются институтами, и он огромный стал, как бы, вот, ну, расширился, и, соответственно, много там всяких новых специальностей, и там адаптивная физическая культура, реабилитация, рекреация, там туризм оздоровительный, не знаю, там сестринское дело, гостиничное дело, в общем, масса всего, но количество набора не резиновое, и цифры приблизительно одни и те же, соответственно, у нас эти вот отрывают места все остальные вот эти новые, в кавычках, это хорошие специальности. Роман Михайлович, я иногда буду вопросы, можно задавать? Давай. Ваше желание набрать курс было ваше или вам кто-то что-то... Не, мое. Мне, потому что достался курс 4-й выпускной в 90-м году. Я в декабре пришел, и мне весной выпускать курс. А я молодой преподаватель, первый раз. Выпуск — это сложное дело, там дипломные работы, курсовые, там защита госэкзаменов. В общем, там целая куча еще в те времена было нужно и разряд по другому виду спорта, и нормы ГТО, и характеристики. Ну, в общем, такой пакет документов на каждого выпускника, что там... Ну, я сразу... Опыт приобрел выпуска. То есть за другого преподавателя маялся, выпускал. Вот, фамилии не буду говорить. А вот. Вы пошли, получается, вот, помнишь, мы говорили... Я очень хотел набрать на следующий год свой набор с первого курса и дальше. Потому что все время вот так вот, ну, за кого-то заканчивать, это очень неблагодарно. Вы пошли не сначала, а с конца. Ну, это мне так пришел. И мне до меня сбросили этот курс с удовольствием. Давай, давай, выпускай. Я-то еще не знал, в чем подвох. А потом, это, когда вот второй семестр начался, я понял... Все, там финишная прямая, уже выпускная. И тут я понял, что попал. А вот первый курс, ну это нормально. Мы поступили и пошли вот от первого и там дальше. Вот, ну, первый набор, он самый такой, ну как бы и запоминающийся. И я там как бы с вами вместе рос, как преподаватель. Это же тренер с учениками растет, и преподаватель со своими студентами растет. А дальше было много наборов. Но уже сейчас всех там, я немножко уже перемешалась там, кто в каком году. Знаешь, как разговариваем. А я вот, а ты в каком году заканчивал? Я начинаю вспоминать. Потому что они немножко где-то рядом. А вот есть такое, что вот первый набор как-то отпечатывается? Ну да, да. Есть да, такое? Да, я думаю, что потом какое-то время я еще помню, а потом начинается вот, знаешь, смешение такое, что я, это мой студент был, да, я знаю, он говорит, то я у вас, ну, я помню, только не помню, ты из какой группы? В этот год или в тот? То есть у меня уже идет, перемешал за 30 лет там много чего. Говорит, так я же с этими учился. А, вот я начинаю смотреть, да, вот это я помню, в таком году. Когда начинаем восстанавливать, я вспоминаю. Это механизм сразу... первой любви, он действует. Да, да, конечно. А всегда, кстати, и у тренера тоже, я когда начал работать, тоже первый, второй, третий наборы самые, я до сих пор, ребята приезжают, когда мы собираемся на мой день рождения, приезжают как раз в основном с первого, со второго набора, там вот самые такие первые. Уже последние там вообще даже и не помнят-то меня, наверное, уже там. Убежали куда-то. Ну, время уже другое наступило. Как-то все это уже... А те еще с советских времен такие традиции остались. Встречаться там. Вот. Так что, да, есть. Леш, хотел спросить. Каким чудом ты очутился в Ксаливке? Не чудом, а усердным трудом. Кровью и потом. Я со второго раза же поступал. Первый год. Сердце? Да, я первый год поступал к Свящеву. Так. И я сдал, я все сдал на пятерке, кроме биологии. Биологию на четверку сдал, и меня не взяли. И не попал. Если ты сдал специализацию и ОФП, ну, на там, 5. Ну там тогда Десяткин Союз выиграл. Угу. Причем я его на прикидках там просто, да, ну, да, разобрал. Да, помню, такой Десяткин. Да. И он ОФП сдал. А его взяли, а меня нет. Ну тоже там... Как же Иванова взяли, Пашу? Как-то вот, ну, что-то тут... Нет, ну ты, это, наверное, еще молодой был, тебе в армии не надо было? Или что-нибудь такое? Почему? Меня осенью надо было в армию. А ты бегал?
На камеру видать. Не осенью, вру, весной надо было. Слушай, если пятерки ты получил, то вряд ли ты поставишь четверку. Четверка по биологии была. А по русскому что еще? А русский был зачет, не зачет, сочинение. А, зачет. Леш, я имею в виду выбор, почему Кцалифка? Почему? Потому что хотел быть. Ну, он же боролся там, все это. Целенаправленно все. Ты уже был мастером, когда поступал? Нет, когда второй раз поступал, я уже выполнил мастера. И уже поступал мастером, да. Второй раз когда. Андрей Алексеевич волновался за то, что он поступит. Иван Михайлович. Там все переживали за него. Странно, но да. Получается, ты в 90-м поступал и не поступил. Вот Олег случайно попал в Кцалифку, это точно. Да, случайно очень. Это сейчас мы обсуждали. Он вернулся обратно. Вернулся в свою струю и получилось у нас. А ко мне потом Свящев подходил. Вот я как раз на Москве мастера выполнил. Угу. И он ко мне подходил и говорил: в этом году давай поступай еще раз к нам, мы тебя возьмем. Я говорю, мне в армию весной. И что он подходил, если набирал я? Ну вот так, да. Взял, когда он набирал, не взял. Когда не взял, да. Он приходит, ну давай поступай, там все нормально что-то. Я что, меня все равно не будет. Вот, а мне тут происходит, что я же пришел, не получается, поступил в МГСУ и не захотел там учиться, и побежал обратно в институт, и получается... какая-то же была, в общем, канва, кто кого берут, да, то есть какой-то пул какой-то был. Набросок есть, набросок. Да, пул. Это не 100%. Да, и в итоге получилось так, что не взяли девочку. Одну девочку подвинули, ей же в армию не идти какую-то. Конечно. Вот. С девочками проще. Да, и получилась так история. Я учусь, отучиваюсь, проходит год после учебы. Где ты учишься? Ну, здесь. В Кцалифке. А потом, думаю, год прошел, дай-ка я пойду в эту самую, в аспирантуру. Ну, что-то мне захотелось что-то еще. Сразу прям? Не сразу, через год. Я год погулял. И, представляете, После окончания. Да, после окончания института. Ты что-то перепрыгиваешь такие уши. Нет, послушайте, смешная история. И я опять прихожу и поступаю. Иван Дмитриевич не сказал, просто стал поступать и сдаю историю. Философию, какую историю, философию или что-то еще. И она спрашивает, а как ты в Оландусе? Она такая... Как фамилия? А кто куратор? Я говорю, Иван Дмитриевич. Она говорит, И, короче, она говорит, иди, все. Я ухожу, сажусь. Да. И в итоге получается, вот, она объявляет и просто говорит прямым текстом. Долгих, да читает там, таков, Иванов, Петров, и подходит к Д, говорит, Долгих, а Долгих повезло, 5. И опять читает. Меток. Вот, и, короче. Сработал Иван Дмитриевич. И я такой, да, сработал Иван Дмитриевич. Ну, такой, иду, думаю, нормально. Уже начали учиться, Иван Дмитриевич меня ловит и говорит, Олег, ты что делаешь? Второй раз ее отодвинули. Она же на год позже была, и она собиралась в аспирантуру. Да, эта девочка. В итоге она одна была от Ивана Дмитриевича, и, короче... Дудаистка и самбистка? Дудаистка, по-моему. И получается, что, короче, я так и не знал фамилию. А, учительница перепутала, спросила, ты от Ивана Дмитриевича? Да, да. И, короче, один... Черт побери! Олег, куда ты лезешь? Я говорю, Иван Дмитриевич, я буду учиться. Но я в итоге не стал, год отучился. Вот у меня тоже, короче, такая мэйта была. Он говорит, ее опять отодвинули второй раз. Не могу вспомнить, кого отодвинули и кто поступал. Ты, говорит, второй раз влезаешь, первый раз. И получилось, она год пропустила, и я год пропустил магистратуру, чтобы она сравнивалась со мной. И помог ей с аспирантурой. Всем рассказал, что ты всем мешал. Ну это ты про аспирантуру, а про то, девочки, как ты... А что я должен? Нет, каким образом ты вообще попал в Кцалиф? Ты сам хотел? В смысле? Конечно, я очень захотел в Кцалиф, когда я посмотрел на все ботанье в МГСУ. Я такой, только к своим хотелось и все. И что? Ну мне как бы оказалось... Ботанье. Да, ботанье, я там так посидел, но не, надо только к своим, потому что здесь что-то не то, и поперся. Поговорил с мамой, сказал, что... Она спросила, военный кафедр... А обучение бесплатное же было? Да, а мама спрашивает, ты же помнишь уговор военной кафедры? Там есть тоже военная кафедра? Делай, что хочешь. Поступай, главное, что военная кафедра. Ну, вы ездили на военные сборы, да, правильно? Да, мы ездили на военные сборы. Ну, вот, пацифист. Я ездил. А, ты отказался? Да ничего, не ходил. Когда на третьем курсе же сказали, что кто хочет, может оставаться на военной кафедре, кто хочет, может уходить. Я не знал. Пишите заявление. Ну, я подумал, я говорю, ну, что, я напишу заявление. А вы ездили, да? Я нет. Тоже не ездил? Ты тоже написал заявление? Я написал заявление об уходе. А у тебя армия была уже отслужена? А, ты... Нет? А что ты эту самую? Не знаю. А вы там, а вы, кстати, ты присвоили звание? А вы где проходили сборы-то? В Рязани там? Да, под Рязанью, это полигон был. Прыгали три прыжочки, делали? Нет? Ой, там отдельная история. Мне там, ну, Мартынов ездил, Миша. Ну, мы прыгали. Коля Репин. У меня, кстати, все эти съемки. Коля Репин, не надо прыгать, это...
А да, там случится, это вообще, там, нет, сбор был великолепный, там есть что вспомнить. Мне даже где-то фотография валяется. Ты присылал, помнишь, ты? Арендный сбор, да, интересно. Да. Нет, ну, мы там прыгали, я помню. Да. Ты в Ардене достались прыжки? Ну, они, наверное, боялись, что мы разобьемся. Да что... ладно, там, просто что-то жалко им было. Да нет, строить. Там вообще разброд был и шатание, то есть уже 95-й год, да. Там, да, уже все. Все это такое было. Так поэтому я и тоже, когда вот это на военной кафедре сказали, кто хочет. У меня, честно говоря, желание вообще отпало сразу на военной кафедре, потому что конечно. Преподаватели не замотивировали вообще никак своими рассказками. Нет, они все деньги были... давай, деньги давай. Нет, деньги они... давай, вот я как давай. Помню, что они вот все были у нас конечно. Эти выходцы из... Афганистана, которые демобилизованные. Ну, преподаватели? Да. Кто такие? Там все сидели эти. Не было там никого. Не, ну, значит, они пели так песни. Они просто все вам сказки расскажут. Значит, так пели песни. Все пьянота вся эта, которая здесь сидела в тылу. Значит, пели песни. И я так послушал. Помню, как учеба было. Быстро прошла? Да все быстро проходит. Сейчас смотришь, вот 30 лет тоже. Нет, ну вот тогда тянулась она. Сессии долго тянулись. Сессии долго тянулись. Прошу нам, вам перенести, продлить зиму, помнишь, написали заявление. У меня в цель попал вообще совершенно таким образом. Ну, отец просто мне сказал, что выбора нет никакого. У тебя нет выбора. Зимой я поехал в Питер. Ну, то есть, так у меня все военные моряки. Отец сказал, езжай в Питер, поступать будешь в военно-морское училище. Я приехал в Питер, в военно-морское училище имени Фрунзе. У меня отец военный, что ли? Моряк, да. В генеральном штабе ВМФ работал. Он позвонил. Я думал, у тебя спортсмен, велосипедист. Он велосипед, он ездил в главный штаб на велосипеде. А, понятно. Велосипедист. Да. И он говорит, поедешь давай в Питер. Позвонил, меня встретили там, начальник училища, все показал. И говорит, вот это казармы, здесь будете жить. Я, так, а сколько, 5 лет жить? Ну да. Я приехал домой, отцу говорю, папа, я что, буду 5 лет в казарме жить? Да. Он говорит, не, ну поживешь 2 года, потом на квартиры пойдешь. Я говорю, нет, я не пойду в войну. Он говорит, ну а что ты тогда будешь делать? Ну, хитро уж тогда. Математика 2, физика 2, физкультура 5, дзюдо занимаешься, только Кацалиевка. Или еще есть выбор, иди в Питере тоже было, военный институт физкультуры. Вивка или Лесгов-то, да? Иди туда. Я говорю, не, военным не хочу. Он говорит, ну давай в Кацалиевку. Ну ладно. На военный, хочешь, на чизм будешь в войсках. Они распределяются войска. Он говорит, тоже на годы на два засунем тебя на чфизом. Да. Блин, замучишься там на чфизом ходить. Ну вот каким-то боком оказался. Ну а потом вот пришел, смотрю, Леха. А у тебя мама в то время где работала? Леха пришел. Ну она так врачом. Врачом. Да, детская поликлиника. Зам главного врача отработал. Ну и что-то каким-то боком так. Я даже, честно говоря, обалдел эти все. Поступление было очень... Ну, у нас от там вашей это... физкультуры. Я так даже помню, что ты не очень успешно как бы сдавал там. Не, ну анатомию я сдал, вот с этим биологией нормально. Да. Там у меня вроде 4 или 5 было. Сочинение вроде написал. У нас было 16 мест. Ну, 9 ребят и 7 девчонок был план. Предыдущий год набирал, Карачук, он набрал женщин, а мужчин Иван Дмитриевич как раз. И они как бы разные группы. А у Карачука еще зависал 4-й. И он что сделал? Он как бы набрал первый курс женщин, полностью им себя посвятил, а этот 4-й курс бросили на меня, как я пришел. Я был подмога им такая. Вот. А потом, я когда понимаю, что следующий год женщина опять попытается забрать себе Карачук, зачем? Мне же нужна нормальная, хорошая группа. Я говорю, нет, женщины, мужчины, нормативы разные, а поступать будут в 16, то есть 9 плюс 7. И он мне потом говорит, вот ты сломал набор, женщина должна быть всегда отдельно, это отдельные группы. Это я не очень понимал. Что значит отдельные группы? Ну да, в принципе, отдельная группа, отдельный преподаватель. То есть, если в одну кучу один преподаватель. Ну, на такой группе, на большой, 2 преподавателя спокойно работают, как больше 14. Вот, поэтому там, возможно, что кто-то даже и работал со мной, я просто об этом не знал, часы-то кто-то там. И это все, теперь я это понимаю, раньше-то мне было все равно, я работал. Вот, так что, скорее всего, кто-то там, может, даже он там висел на этих курсах. Но я объединил как бы набор. А потом нам дали еще 4 дополнительных места. Кстати, я даже не писал служебную записку. Обычно просишь, там, в ректору пишешь, там, докладную, что в связи с большим конкурсом, просим. А тут был действительно большой конкурс, и даже писать ничего не пришлось. Нам дали дополнительные 4 места. Вот, и все зашли. 20 там. У нас, в принципе, с положительной оценкой было человек 20, наверное, да? Остальные уже там с отрицательными. Вот, и я не ожидал. Думаю, ох, еще и у нас так здорово, зашло 20, там все. Я говорю, такая группа большая. А потом еще эти, как приехали, дикая дивизия эти. Хмелев там помогал. Туапсинские? Ну да, они же с Туапсе уехали в эту. Макаров, Морозов. Нет, с Туапсе только были двое. Макаров, Морозов.
Володя это Лепихин, был... да. Не Лепихин, нет, это такой Лукашов. Ага. Спарринг этого Морозова такой. Ага. Он белгородский. А Гадорин, Андрюха, славяк Кавказа. Вот. Но его, их всех перетащили в Набережные Челны, Репин, старший. Создавали профсоюзную команду сильную. Они их перетащили все в Набережные Челны на перспективу. Вот, там на ставки поставить, все это в Татарию. Репин под себя там такую банду собирал большую. Их там привезли туда. И были там тренеры Шкарин, Лямкин покойный, царство небесное, Игорь Шкарин. Вот. И они, значит, там собрали всю команду. Игорь только как раз закончил бороться и сразу стал тренером. Вот, еще ничего, никогда не участь нигде. Ну, так. А потом это Репина старшего, он создал там у себя на Бичелах сильный там центр, как бы, да. А потом, когда его избрали депутатом от Татарии Верховный Совет СССР, он, значит, стал с собой потащил всех спортсменов, тренеров сюда, в областное «Динамо». А, вот. Поэтому и... Да, они еще в Пушкино Михайловича в зале там жили, там эти татары приехали. Там, причем, помимо этих спортсменов, это они, ладно, они помогли, Хмелев помог там это перевестись прямо среди года. Я говорю, не положено переводить там после курса. Их прямо среди года перевели. А говорят, невозможно, как это, невозможное, невозможно. И там на уровне ректора все решили, вроде, чтобы они, ребят, сильные. Они в Московской областной «Динамо» в институте учатся, общагу им дали, какие-то ставки там платили в это «Динамо». Вот перетащили их сюда, Николай Васильевич не мог расстаться с этими своими. Он притащил еще и Шкарина сюда. И Лямкина, потом еще они где-то там Шкарина разместили в каком-то милицейском общежитии, где-то в Тарасовке, что ли. Ну, да, да, вот. Да. И он говорит, а у тебя есть какие-то знакомые? Говорит, вот. И я к Михайловичу еще ездили, Царство Небесное. Там, он говорит, ну вот зал, работайте в нем, живите там, если можете, там, в кабинете, там как-то. Так какая, помимо там Шкарина Лямкина, еще там несколько татарских тренеров, каких-то друзей их приехало. Может, это вообще не тренеры были, не знаю, какая-то гоп-компания такая. Ну, вот. Мне потом Михаил говорит, слушай, кто-то привез, какие-то они на бандитов похожи. Я говорю, кто их знает, может, они и бандиты. Не, ну Шкарин это спортсмен, это чемпион СССР. Вот. А потом как-то начали перебираться, Игорь там куда-то перебрался. Потом они начали бомбить меня, что давай с Михайловичем переговорим насчет участков под строительство и каких-то суды нам дома построить. Тут ну это уже другая история. А Михайлович профессиональный милиционер, он такой, мне говорит, Рома, стоп. Вот здесь давай сделаем паузу. Ребята какие-то быстрые, нахрапистые, я с ними не играю в эту игру. Роман Михайлович, вот пришла группа. Дома, участки, человек. Ну, знаешь, там что началось? Ваше представление, вы не предполагали, что кто-то вообще может... Когда вы поняли, кто-то может быть тренером, кто-то не может быть тренером? У вас вообще видимость такая была какая-то? Да. Ясность или туманность? Вот на тот момент, это 30 лет назад, сейчас другие представления. На тот момент все равно я мог предполагать, что вот у этого есть, как бы сказать, ну, для этого, да, вот предпосылки какие-то там, способности, еще что-то, желание, мотивация. Но каждого же в голову не залезешь, но. А жизнь начинает расставлять по-другому. То есть он вроде как вот, потенциально тренер, а он говорит, не, я не хочу, мне лучше вот охранником буду, там зарплата больше. Это то есть здесь это потом угадать невозможно. Социального заказа на тренера в тот момент уже не было. 91-й год, развал Союза. И очень сложно. Тренеры вообще не нужны уже были. Да, очень и когда мы заканчивали в 95-м, там, в принципе, ситуация была такая, что никому никто не нужен. И я поэтому не удивлюсь, что там никто не стал тренером. Но, правда, в дзюдо остались. Вот ты остался в дзюдо, Леша остался. Эти сейчас работают на сборной Морозов, Макаров, там это, да, вот там они остались. Репин, можно сказать, в дзюдо работает в секретарях. Вот. Олег работает, да. Вот. Годовников работает, что-то мечется какая-то. Где? Всегда где-то всегда бегает. То есть получается сколько? Ну, процентов 30-40 осталось все-таки как-то. Да, как народ разбежался, девчонки все куда-то там. Ну, Наташка Фомина, вы знаете, Таня погибла там. Она разбилась. Ну, как бы упала из окна, не знаю, сама или нет. Что-то связано с недвижимостью, с квартирой. Ну, были бандитские времена. Вот, Оксана Тафичук куда-то там сначала запропала. Ну, как-то виделись на соревнованиях. Вот. Тафичук с вами же учился? Да. Ну, вот. Она тоже. Я видел Оксану пару раз. А мы как-то виделись на турнире московском, когда еще в Москве проходили. Мы приходили с войной еще. Я видел это. Еще до гибели. Вот, этот Янякин там милиционером стал там. Ну, как-то вот Гаевой застрелился вроде. Говорят. Хорошая история. Ну, я узнал об этом случайно. Не знаю, правда это или нет. Да, говорят, да, где-то в охране работал, где-то там на сутках на дежурстве застрелился. Закрылся между дверями, да? Зачем, непонятно. Ну, мы не знаем историю. Я не знаю, во всяком случае. Вот. Так что вот из тех погибло два человека, Фомина и Гаевой. А больше я не знаю, кто где. Но Оксана сразу не узнаешь, она прибавила в весе. Она прибавила в весе.
Я когда в турнире встретились, Наташка у меня еще была такая же, как была, а она уже такая тетенька приличная, такая, здрасте, и такой, ой. Ой, вы чего, тетя, вы чего? Вот, оказывается, Оксана. Вот, ну так, видел, ну все, больше никого. Вот я говорю, в дзюдо я только знаю, что вы работаете. А Володя Лепихин? Кимоно продает? Ну, около. А он где сейчас вообще? Я это 100 лет не видел. Кимоно занят бизнесом. Ну, Кимоно где, в Москве? Ну, он где-то в Москве, в Перми, там где-то, там, всем. Значит, Пермский целую команду, чтобы Коновал Михайлович, Саша, только в этом году умер, кстати, не дал. Вячеслав Михайлович. Появилась целую команду, тоже динамовцы все эти. И так вот там только сколько народ появился, эти Каримовы там эти. Не, Габдулхаков не учился. Ну то они в Дзержинске там осели. Да, Габдулхаков там где-то рядом там. Хотя он не учился. Потом эти были там двое Визовиков и Мацоло такие, ну, наверное, их не знаете. Но они как-то сразу прям вот после в институте отучились, сразу ушли в гангстеры. Mm-hmm. Вот, прям жестко так. Вот. А потом, ну потом. Видите, один Каримов остался здесь в Дзержинске, другой уехал туда к себе в эту Пермь туда. Романович, а вот разные вообще вот, вы же преподавали много лет и преподаете. На ваш взгляд, поступают вот такие же молодые люди. Есть разница? Мой лучший, Ром. Да не в лучших, худших. Есть разница, знаете, как вот в этом стихотворении, да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Нет. Или разницы нет никакой? Думаю, что большой разницы нет. Просто люди, вы сейчас мы разговариваем спустя 30 лет, а они когда поступающие, они приблизительно одинаковые. Но нам кажется, что мы были круче. И это, у меня такая шутка есть, я все время говорю тем, кто много рассказывает о себе, такая шутка, ну шучу, они не все понимают. Я говорю, да, с возрастом наши подвиги становятся все больше и больше, а медали все золотее и золотее. Да. Такие, что? Я говорю, ну ладно, не важно. Но не дай бог в это состояние прийти. Я назову одного, ну, может даже фамилию не обязательно, один товарищ, ну, моложе меня, тоже оканчивал нашу Солиевку, там по ветеранам до сих пор все борется, такой сумасшедший. Вот. Это канал ведет? В хорошем смысле. Нет, канал, нет. Ну, как его, 70, я видел тут сейчас на Яндекс.Дзене. Назови, кто это? Зиняков? Я вспомнил, он с Ивановым Лешей боролся, и на ветеранах тоже, и тоже такой... Ну, нет, не он. А, короче, что это? Он так, что-то, да, Михалыч, как так? Слушай, ну сейчас не тот студент пошел, да? Знаешь, как про рыбу, там, не та рыба сейчас пошла. Я говорю, сын, значит, не тот. Ну, обычный студент, ну, школьник. Да. Человек закончил школу, мастером спорта быть по определению не может в этом возрасте, еще 18 даже нет. Да и где выполнить-то по мужикам, ну, в те времена? Я говорю, ну и как, что ты от них хочешь? Ну, обычно есть школьники, там, ну, кто-то лучше будет, кто-то хуже, там, но это уже не так важно. А он такой, да не, ну ты вспомни, какие мы были. Я говорю, подожди. Во-первых, ты значительно моложе учился. Что ты сейчас про меня вспоминаешь? Ты меня и видеть-то не видел. Угу. Я тебя видел студентом, а ты меня нет, потому что ты еще не поступал в отель, ты еще пионером был. Ну, ты же помнишь, какие мы были? Я говорю, какие? Ну, такие же сопляки, такие же школьники мы были. А чем мы? Чем? Стручки. Чем мы были лучше? Он... Да не, ну мы же выступали уже красавцами. Я говорю, да ты красавцем-то стал. Лет через 10 после окончания, как ветераном стал бороться. Миф такой о себе. А он сам себе придумал, что он, оказывается, уже в институте был красавчик. Мастера спорта, я говорю, ты чего, ты когда мастер-то выполнил? Не в институте же, а позже уже значительно. И по ветеранам стал бороться и стал себя осознавать спортсменом. А ты когда учился, ты стручок и был. Он такой, ты чего, Михалыч? А вот Антон говорит, извини, но не дай мне Бог. Твое состояние прийти, у тебя что-то уже это заносит тебя туда куда-то. Ты, оказывается, уже был изначально уже лучше из лучших. Да, это... На самом деле, вот все поступающие приблизительно одинаковые. Ну, то есть, ну, просто кто-то чуть лучше боролся где-то там на перевес Москвы, другой хуже, или там даже что-то на России где-то что-то. Но, по большому счету, большинство, они приблизительно одинаковые. И я думаю, что и сейчас они такие же, если не хуже. Хуже только в каком плане? Ну, не хуже, а... это, знаешь как... И вот эти электронные все пироги, вот эти сегодняшние, интернет, социальные сети, все, они накладывают отпечаток. Вот сейчас студенты, очень понравилось учиться на дистанте. Угу. Ну, это хорошо. Ну, что, сидя в кровати-то, ну, да. Никуда не изучаешь, нормально же. Конечно. Задание дали. Я вот, знаешь, год посидеть на дистанте, жопа полная вообще, не на камеру. Профанация. Ну, мы изучаем дзюдо. Ну, что я делаю? Я им даю задания. Они их там где-то... Ну, недолго думая, вот так щелкнули в поисковике, вытащили какую-то бяку, загрузили обратно туда же, в электронную систему это обучение. Ну, я вынужден эту бяку читать. Но они сами порой ее не читают. То есть, там в большинстве случаев это просто дал задание, ну ты дал задание, я тебе ответил, что тебе надо. То есть, вот отъебись вот это все. Поэтому нормально никто не делает, потому что неохота.
Зачем, ну, сидя в кровати там или в телефоне, или еще что-то искать. Первый попавшийся нашли, и все. Один вот пример. Сейчас учится мальчик на третьем курсе, азербайджанец. И я написал одно задание на одну страницу. Защита от болевого приема. Ну, надо, в общем, один прием взять, ну, какой-нибудь там рычаг локтя такой или сякой. У нас всего-то болевых приемов, да, на локоть. И написать, какой вариант, вкратце там о нем, и варианты защиты от него. Вот на одну страничку, там три. Это простенькое задание. Выложил страниц 5 из книжки Чумакова, наверное. И везде слово борцы-самбисты. Вот это было модно у Чумакова. Тактика борца-самбиста, там, техника борца-самбиста. И вот борцы-самбисты должны знать. Я как начал читать. Кто говорит, слушай, ты мне ответь на один вопрос. Живем. Ну-ка, уже по телефону. Ты это прочитал то, что ты мне прислал? Он такой, да, конечно. Точно прочитал? Да, да. Откуда там взялось-то это все? При ущемлении ахилла сухожилий борцы-самбисты должны помнить. Я такой, это что такое? Не си зачетку. Значит, я не прочитал. Я говорю, ну так ты что ты мне говоришь? Ну что ты мне слепил 5 страниц, Евгений Михайлович Чумаков, у меня книжка даже это есть. Зачем ты мне это? А я другого ничего не нашел. Вот так. Учатся люди. Я ничего не нашел, а что искать-то? Знаешь, студенты говорят, блин, такую задачу поставил преподавательница, я так слышу краем уха. Девочки говорят. В интернете ничего не нашла. Я нажал. В интернете ничего не нашла, блин. Подожди, ну ты зашла в поисковик. Просто набрала, и тебе ничего не выдало. А ты же можешь в электронной библиотеке зайти. Даже я не говорю в живые библиотеки. В электронную библиотеку зайти, книжки посмотреть. Там сюда зайти хотя бы чуть-чуть. Голову, да. Но, а нет, но просто... мы сейчас о чем говорим? Вот поисковик Роман нажал, Михайлович. Да, и поступают. Они сейчас мы сейчас виртуально. Говорим о том, что с нашей колокольни 30 лет спустя, а на самом деле... У вас просто не было тех сегодняшних ресурсов, которые есть. Да, ну, в библиотеке... Они сегодня этим... Картишки они... никто не отменял. Они картишки играют в это... В интернете там, да. Покер. А мы вживую играем. Мы вживую все интересно. Почему? У нас сейчас второй курс, они весь год просидели, поступили виртуально. У нас же второй год виртуальное поступление. Ух ты. Да, специализацию сдают ОФП, все виртуально. Ну там ОФП нету, но там есть тестовые задания, на которые нужно ответить. Вопросы, ответы. То есть у нас раньше было... Тесты рулят, да, сейчас? Нет, одно время ввели теорию и практику. Теоретически. А теперь все это вместе. И теория, и практика, все в виде заданий и ответов. Вот. Ну, сложно делаешь, никто не ответит. Легко делаешь, все ответят. Кто-то, в общем, тоже. Да. Ну, в общем, ну, такая фигня это. Так они поступили виртуально, учились на дистанте, а сейчас они пришли вживую, их выпустили наконец-то. Они на второй курс приходят. Но они как первокурсники. Института не видели, в залах не были. И такие пришли, а что, куда? А сейчас у них возникла мысль. А давайте снова уйдем на дистант. И они, есть инициативные дебилы, которые подбили всю группу, они написали заявление в деканат, на ректора, хотим учиться дистанционно. Пошли, отнесли, из деканата там хай такой на нас, вы что, ваши студенты оборзели? Их выпустили вживую, а они говорят, не, не хотим, хотим на дистанте. Верните нас обратно. А зачинщик дзюдоист. У него даже на его заявлении такая наклеечка желтая написана, а зачинщик. Нам заявление принесли, я такой, ё-моё. Мне говорят, разберись, а? Я ему звоню, говорю, ты же дурак, что ли? Не, чё? Я говорю, ну ты, говорю, парень, а, кстати, нормальный парень. Он тренируется сам в Зеленограде. Он помогает тренеру, там, Николе Коронному, тренировать, помощник. Джавид Атаев такой, он судит соревнования. И судит соревнования, молодой судья. Я говорю, ты же вроде, как бы, в этом, в нашей отрасли ты работаешь. Ты активный. Зачем тебе этот дистант? Не, ну так, чё, блин? Ну так удобно. Удобно. Ну, правда, там действительно часть преподавателей возрастных перевели на дистанционную работу. То сначала студентов переводили, сейчас преподаватели некоторые. И он вынужден с ними заниматься, он вынужден сидеть на дистанции. Обновление преподавательского состава, да, такое есть, нет? Да. Больше у возрастных, конечно, молодых мало. Хорошо. А стариков сажают на дистанты, и у них получается, он говорит, вот, например, у нас в этот день 4 пары, и только ваша пара живем, а 3 пары дистант. Как нам быть? Я их понимаю, что они уже привыкли прошлый год, и ситуация так созрела. А университет должен тогда живых преподавателей, которые не на дистанте, в одни дни сделать, а других, ну как, по дням развить. А то в один день у них и дистант, и живем, работаем. А у нас всего два преподавателя. Теория физкультуры и теория методик своего вида спорта. А все остальные пожилые на дистанте. Я их понимаю, но они уже привыкли. Я говорю, вы должны были действовать просто по-другому. А вы поперли сразу, мы имеем право, мы студенты, что хотим, то и делаем. Ну им там навтыкать пришлось ему.
Я говорю, знаешь, что будет? Вот я говорю, хочешь, я расскажу, что будет дальше? Ваше заявление завернут, ректор натыкает деканам, там, этим, директорам институтов, они нам, мы вам. Но в итоге пострадаешь только ты один, потому что зачинщик. Все остальные скажут, а вот тем более, знаешь, они же вот опять попадают в ловушку своих же вот этих ресурсов, они в WhatsApp рассылают заявление, те подставляют цифры, ну там, какая группа, какой курс в этот, в болванку, и отправляют обратно, якобы со своей подписью. И не факт, что это их подпись, а может быть пишут, я распишись за меня, я согласен, и вот такая вот... И потом в итоге все эти люди, которые... соскочат. Они соскочат, скажут, мне прислали, я отправил, а зачинщик ты, рассылку делал ты. И тебя отчислят. Он такой, а чего меня? Я говорю, ты дурак, потому что нормальный парень, живьем работаешь везде, и вместо того, чтобы живьем учиться, ты начинаешь всех агитировать на дистант. Вот я от тебя это как... Но он живьем работает, видимо, потому что там же работа, а здесь учеба, здесь ничего нет. Мы на паузу в баню сходим. Да. А мы в бане сидим. Говорю, это самое. Парилку. Да. Делай быстро. А тебя же никто не держит. Быстро рассылай, рассылку делай. Отбой. Наша это как... Победили отбой. Пиши на жаргоне. Наша это не прокатило. Вот пиши, не прокатило, все, ребята, отбой. Нам сделали контрприем. Содержание. Заместитель директора института отзвонил, сказал, что все, пожар погашен. Но мы на кафедре собрались, обсудили и вынесли. Хотели расстрелять его во дворе сразу, этого зачинщика. Я говорю, я вчера пожар погасил, парень нормально останется, оставьте его в живых. Говорит, его надо расстрелять. Зачем он сделал усложнение жизни? Не знаю, дурак был. Так, не будьте дураками, да. Мы идем париться.